Как правильно переходить дорогу и перевозить детей в машине? Этим вопросом посвящены многочисленные профилактические акции, которые регулярно проводятся на территории региона. Тем более, что цифры статистики указывают, профилактика и информирование необходимы. К примеру, только за 9 месяцев этого года за нарушение правил перевозки детей были привлечены 1300 ульяновских водителей. Нарушители нашлись и в Новом Городе во время проведения мероприятия «Автокресло детям». 11 родителей пренебрегли безопасностью юных пассажиров. Сотрудники госавтоинспекции напоминают, перевозить детей до 7 лет необходимо при помощи детских удерживающих систем, соответствующих росту и весу ребенка. А в Засвияжском районе на помощь инспекторам пришли школьники и поучаствовали в акции «Юный пешеход». С раннего утра вблизи образовательных учреждений сотрудники ГИБДД призывали ребят к неукоснительному соблюдению правил. За этот год в регионе зарегистрировано 28 ДТП с участием детей-пешеходов. Мероприятия проходили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Анна Тищенко, новости Улправда ТВ.